Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 марта, и сейчас будет маленький-маленький ролик-коротышка, ответ на многие комментарии зрителей на моем канале. Вот приходят вопросы, в какой фазе пикировать томаты, то есть с двумя семидолями, с одним настоящим листом, с двумя настоящими, с тремя. Советов очень много в сети ходят, и каждый рекламируют и как советуют свой метод. Кто-то говорит, что только с двумя этими настоящими листьями. Короче, не буду все варианты перечислять, их очень много. Я расскажу только про себя. И могу вас заверить, что томаты пикировать можно в любой фазе. И любая из них подойдет для пикировки. И чтобы не быть голословной, я сейчас вам покажу вот на примере своих томатов. Вы видите, какие они разные. Все они распикированы. Вот эти томаты распикированы 3 марта, то есть это, ну, 7-8 дней назад. 8 дней прошло, все они живые, видно, что ни один из них не погиб. Пикировала с двумя настоящими листьями. Вот эти распикированы 8-9 марта, не помню точно, или 8 или 9, смотрите, сейчас неудобно. У них у кого 2, у кого 3, вы видите, что они уже более взрослые. А вот эти вот томаты распикированы в тот же день, вместе вот с этими, видите, у них еще влажная почва, видите, еще бугорки, даже я не прорыхлила ни разу, потому что был внук, некогда было заниматься растениями, его сторожила. Они распикированы в фазе двух семидолей, видите, что они совсем маленькие. Если задать вопрос, то, в смысле, в какой фазе нужно пикировать? Я действую так. Когда у меня есть свободное время, тогда и я пикирую. Почему вот эти распикировала так рано? Потому что вы знаете, что сейчас наступает неделя, вот с 11 по 16, то самое время, горячая пора, когда нужно нам сеять, производить посевы томатов для открытого грунта. Я сейчас буду сеять и томаты для себя, для открытого грунта, и для выращивания в тоннели. И мне будет некогда, и я уже заранее вот эти томаты распикировала, чтобы они не переросли, чтобы они за эту неделю не перевытянулись. Вот видите, у них только-только, у некоторых показывается один листик, у некоторых вообще даже нет листика. Но меня это не остановило, потому что я знаю точно, что они точно так же хорошо переживут пикировку, ничего с ними не случится, они будут выглядеть также, ну вот даже если бы им уже было плохо, за 3 дня вы понимаете, что они уже или упали бы, или завяли бы. Пойдем дальше. Есть еще более взрослые томаты, которые перенесли уже вторую пикировку. Но это была, вернее, как перевалка, но все равно это была пересадка из лотка, то есть с повреждением корневой системы. Они были в лоточке, я их пересадила в стаканчики. В лоточек они были пересажены, вот, ну, в каком состоянии, наверное, ну, тут нет, примерно вот такие вот были. Когда они были вот такие, я их пересадила в лоток, распикировала. Когда они разрослись, я их еще раз распикировала. Ну, как слово распикировала не совсем подходит, пересадила. Но еще раз повторяю, что тоже была повреждена у них корневая система, то есть из лотка я их вытряхивала, они были там густо-густо, и по одному высаживала. Ну и вы видите, что тоже ничего страшного, хотя у них раз, два, три, четыре, пятый лист лезет. У них лезет пятый лист, это вот самые первые посевы январские для раннего урожая. Вот этот вот лоток, вот, это, по-моему, Настенька. И вот этот, который более высокорослые. Глядя на всю вот эту веселую, дружную компанию, мы видим, что я пикировала и с 5 листьями, и с 2, и с 3, и в фазе 2 семидолей. Все они одинаково прекрасно переносят эту пикировку. И когда приходят ко мне вот вопросы, задают люди, почему у меня после пикировки, там у кого на 3-й день, у кого через неделю после пикировки погибают томаты или полегают томаты. Я не думаю, что дело в самих томатах. Если вы когда пикировали, томаты у вас были хорошие, бодренькие, прекрасные, сама пикировка, они саму эту процедуру они переживают прекрасно. Ну, вот видите, и большие, и маленькие, все стоят, все веселые. Значит, какие-то условия им не подходят содержания. Опять то же самое, что я всегда говорила. Это грунт, это температура, это режим полива. Это теперь все зависит от нас. Если вы распикировали хорошую рассаду, здоровую, бодрую, а оно у вас через какое-то время начинает болеть,
только условия содержания. Опять же, или некачественный грунт, или полив-перелив, или недолив, или температура неподходящая. Ну, свет, я не думаю, из-за света они не полягут, они будут вытягиваться только. Еще раз покажу, что переносят прекрасно и совсем малыши. Вот, пикировала, я показывала, когда в праздничные дни. И такие вот толстые взросленькие. Вот это первая пикировка у них. 26 января были посажены. Они уже взрослые. Ничего с ними не сделалось. И самые большие. Мы же высаживаем в открытый грунт, тоже выдергиваем с лотков. Это тоже, можно сказать, как пересадка. Томаты легко переносят пересадку. Так что смотрите за условиями содержания, чтобы после пикировки ваша рассада не погибла. До свидания.